собираешься сесть и не ехать? Хочешь сесть впереди? Да. А впереди кто сидит? А вот папа. Ты выражаешься и потом ездить дальше. Так, вы задаете настроение нашей поездки не самое лучшее, не самое. Ну, неплохая, скажем так, альтернатива, когда за границей закрыты, хочется какой-то семейный отдых, как вариант. Кто приехал, главный отдыхающий? У нас начинаются матерочки тут. Бронировали один номер, вот это что-то там не срастается. Красивенько тут. Большой рум-тур проведу около нашего номера. Тоже почему удобно. Вот коридорчик, он очень маленький номер, на самом деле 11 тысяч не стоил. Вот честно, то, что мы были в других номерах, есть чем сравнить. Тут еще такой небольшой коридорчик. Сразу ванная, на семейный номер она одна, один туалет, что тоже не очень меня порадовало. Ну, как бы зато сюда. Новая, не буду спорить, не раздолбанная. Это первая комнатка, тоже небольшая. Я же говорю, для семейного номера, для его стоимости, что-то прям как-то не ожидали мы. Наша спальня, собственно говоря, вот тут небольшой такой диванчик посидеть. Соответственно, шкаф, куда можно спрятать вещи. Мы на последнем этаже, соответственно, здесь скошены эти потолки. Кровать двухспальная. Ну, вот, собственно говоря. Мы просто были в отелях других такого плана. Ну, спа, семейные номера, есть чем сравнить. Поэтому, как бы, ну, вот честно, не стоит своих денег. Нежная ты, нежная, ты не нравишься, вся такая дерзкая. А что ты представляешь за помещение? Вот там очень видно. Все, поехали. Наша компашка идет. Бассейн. Как сказал бы Милан 3 годами ранее, когда он был поменьше, мы идем в бенини. Так, сейчас будет небольшой рум-тур. Бассейн открытый, хамам. Да, поднимаемся уже, здесь холодает. Сына, подожди, никуда не кидай. Заходишь такой. Ну все, мы тут в водичке. Давай, Руськой, не прыгать аккуратно. Не прыгать, аккуратно давай. Получилось, не фартануло. Да? Не получилось, не фартануло? Что такое скидку? А можно мне откусить? Боишься, да? Нет. Русика, русика. Мне хочется за моим руком. Замерз? Не замерз. Поплыли. Ну тихо. Милан. Настя пусть там одна купается. Ну, ветерок, да? Да. Ты выспался? Нет, вообще. Потому что что у нас есть? Будильник.
Криндюля вот эта вот. Так, в следующий раз Али палец с собой не берем отдыхать. Все. Это не отдых. Иди помой глазки. А пусть вкус какой-нибудь ест. Что? Навыки. Давай, что? О, смотри, что надо взять. Да, возьми нарезочку. Сейчас это. Ну что, сегодня? Сосули. А на яички тоже, да? Сегодня немножко отличается завтрак. Прошлого дня. Сейчас ночь. Сегодня у нас есть сосули там, вчера были котлетки. Ну, в общем, достойно, скажем так. Достойность номера. Включен завтрак. Алекс со своей едой. Вот как прекрасно. Мы сегодня крайний день. Мы с Алексом рассматриваем все декорации. Да. Все маленькие мальчики. Как делаются шедевры? Погнали! Girl, you're crystal, el chanton mayor, мечтал перманьон, прочната, прочна, прочната. Girl, you're crystal, el chanton mayor. Не холодно, ни капельки. Самый часто задаваемый вопрос. Покручу все на месте. Милана, тебе нравится? Да. Что тебе нравится? Показала нашу маму. Вот это ему точно нравится. Да, Настя наказана. Меня, да. Настоило сюда приехать, чтобы наказать Настю, чтобы Милану понравилось.